такое Крисмас на Голливуде бульваре. Вот такой Новый год сегодня, Крисмас день. Вот это Голливуд бульвар. Очень сегодня здесь заняты, все бизи. Все спешат, бегут куда-то. Так что так все провожают. Здесь много туристов, много разных людей. Ходят взад-вперед. И много туристов ходят. Разных выкриков, разные языки, на разных языках говорят. Вот такая небольшая прогулка со мной по Голливуду. Будем встречать 2020 год. Сейчас я перейду дорогу на ту сторону и покажу вам, по той стороне пройдусь. Так выглядит типичная наша жизнь в Голливуде. Так что всем привет! Это Саша из Голливуда. Всем всего хорошего и наилучшего. Так что сейчас я сниму. Вот это у нас такие туристические автобусы, они ездят зад-вперед. Так что здесь много разных магазинчиков. Сейчас я приду, покажу вам, что и как Голливуд бульвар смотрится и что. И вот такие дела. Так что семафор что-то не закрывается долго. Придется ждать долго семафор. Сейчас приключился. Мы сейчас можем пойти и смотрите, как же называется. Вот так Голливуд бульвар смотрится. Голливуд бульвар смотрится. Сегодня сегодня Christmas holiday очень. И так Крисмас, Новый год, холидей смотрится у нас. Все обычные люди ходят вперед, туда-сюда. Так что вот такие дела, смотрите и наслаждайтесь нашим жизнью, нашей городе. Люди здесь некоторые стоят в музее. Так что некоторые люди стоят в музее. Так что важно, кто куда что идет. Кто куда что идет, кто куда готовится. Вот такие. Вот это Вакс-музей. Вакс-музей на Голливуде бульваре. Вот так типичные люди выглядят у нас. Обычные люди среднего класса. И здесь много туристов. Слышно, вызывал разные голоса выкрикивают разные, выслушивают разные голоса. Так что вот такой Голливуд бульвар. Вот так смотрится весь наш город. Много людей здесь ходят зад-вперед.
Так что большая очередь здесь. Так что вот это большое здесь, как универмаг, универсам. Здесь много продуктов и этих, как его зовут? Вот здесь куча людей. Эти люди, они могут переходить дорогу крест-накрест. И вот такой очень сегодня даже большой трафик со всеми людьми. Потому я хотел показать и рассказать вам о Голливуде и как это рассказывается и показывается. Вот такое у нас Голливуд. Очень много людей, очень визи. Кто садится, кто стоит, кто фотографии, кто ходит зад-вперед, кто что хочет, то и делает. Так что вот такие у нас дела. Все, кто ходит быстрее, кто медленнее, кто что. Так. Вот эти наши герои здесь в костюмах. Они снимают здесь, делают фотографии за типсы, за деньги. И вон еще несколько героев. Еще один герой здесь. Вот такие герои ходят. Так что. Так, бизи, типичный день. У нас в Лос-Анджелесе здесь. Смотрите и наслаждайтесь городом. Голливуде. Вот такие у нас автобусы, здесь большой. Мол здесь такой вот большой. Такое на улицах США находится. И смотрится, как будто это где-нибудь в Чайне или какой-нибудь Индии. Вот еще один город. Так что там очень много людей находится. Все заняты здесь, все снимают фотографии. Куда-то смотрят, все бегут к нему. Вот такой здесь. Люди ходят зад вперед, снимаются. Так сегодня заняты типичные улицы США. Типичные улицы США. Вот так люди толкутся здесь. Им нравится пройти зад-вперед, пообщаться, поговорить, посмотреть, пошушукаться. Вот так они воюют. Так что вот это вы со мной здесь, в США, проходите на обыкновенной улице, посмотреть и рассказать вам хотел все, показать улицы, что люди здесь разные делают, готовят, рисуют, делают разные вещи, рисуют картины,
вылепливает картины и все тому подобное. Так, сегодня очень много людей здесь, невозможно ходить. Здесь Крисмас, Новый год, очень тяжело ходить здесь. Не пройдешь, не проехаться. Так что там много наших этих всех скульптур. И вот это один из кинотеатров китайских. Все очень-очень много здесь людей проходит. И такие дела, в общем. Очень бизи здесь, много людей заняты. В общем, так что вот такая толпа, вот такая жизнь у нас здесь, в Голливуде. Бульвар, это Саша передает из США. Всего хорошего, давайте пока.